Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон под номером 625. Настроен в тональность пигми в ноту си. Строим в 432 Гц. Давайте послушаем, как он звучит. Инструмент покрашен в черный цвет. Здесь идет такой черный, немножко с перламутром, с лакировкой. Сверху лакировка идет, гравировочка нот тут также присутствует. Ноты в руническом стиле выполнены. С обратной стороны ножки из натуральной кожи. Ножки защищают покрытие от царапин, когда вы ставите на стол там или куда-нибудь еще, и обеспечивают звучание инструмента. То есть он уже работает без подушечек и без дополнительных прокладок. Все уже встроено. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.